Испытываете трудности с общением? Боитесь публичных выступлений? Не можете договориться с коллегами и вечно проигрываете в спорах, не найдя весомых аргументов? А может, вы давно уже оставили надежду занять желаемую должность, получить повышение или заключить удачную сделку? Ваши мечты рушатся, как карточный домик, из-за неумения красиво и убедительно говорить. Выход есть. Риторик – искусство говорить убедительно и красиво. Научившись ему, вы сможете выйти победителем из любого спора, реализовать самые смелые бизнес-проекты, сможете четко и ясно излагать свои мысли. Четко. Дела пойдут в гору. От неуверенности в себе не останется и следа. Риторика – кто ясно мыслит, тот ясно говорит.